Всем привет. Значит, продолжаем. Я хочу сегодня купить машинку и не простую, а Monster Truck. 40 тысяч монет. Давайте приобретаем Monster Truck. Чудовище вернулось. Так, купили. И поехали на Monster Truck. Вот такой вот Monster Truck. Сейчас посмотрим, на что он способен. Ну да. Ух ты, нифига, как он подпрыгнул. Как он подпрыгивает мощно. Так, монет. 100 у нас. 100 денег, это мало. Но он видно, что тяжелый. Тяжелый и мощный Monster Truck. Прям конкретно. Нифига его колбасит. Ну, конечно, он у меня еще не прокачанный. Но, ребята, будем прокачивать Monster Truck. Угу. Не прокачанный. Не хватает у него мощности даже заехать на небольшую горку. Ага, интересненько. Машинку-то мы купили, а почему вонючих звездочек мы не можем... Почему не собираем эти звездочки? По идее, мы должны собирать звездочки. Интересно, интересно, как так? Слушай. Ну ладно. Не собираем звездочки. Мне кажется, подожди. Новая машина на новой, на трассе, она должна собирать звезды. Я же ее только что купил. Или может какой-то глюк в игре? Как бы я всегда так считал. Новая тачка, новые звездочки. Или то, что я автономно играю. Кто мне подскажет? А, головой я стукнулся. Да как так? Разбились. Так, а я хочу, например, играть в сельской местности, да? Почему бы и нет? На Monster Truck'е. Ёпай. А, вот они, видишь, пошли звездочки. Понятно, когда ты не играешь как бы без интернета, звездочки ты не получишь. Все понял. Ребята, ну вообще это нормально сделали или нет? Ну ладно. Получаем эти звездочки тогда. А город, интересно, у меня канает, нет? Мы там проехали очень большое расстояние. Ой, да. Так, уже смотри, сколько звезд. Надо не меньше 2000 звезд набрать на новой машинке. То, что так мы карту новую не откроем, ребят, слушайте с вами. Но машинок здесь очень много в Hills Climb Racing. Поэтому будем покупать машинки и ездить, получать эти вонючие звездочки. Кто их придумал-то, эти звездочки, а? Нормально, такие просто карту бы покупали, да и все. Ух ты, давай. В смысле ты заехать не можешь, ё-моё. Это вообще детская горка. Ты Monster Truck, ты должен заезжать, во. Мы машинку, если что, не прокачивали еще. У нас вообще не прокачанная. Ребята, а вот вы играете в Monster Truck? Слушай, а есть у вас Monster Truck какой-нибудь? Прокачанный он у вас или нет? И если он прокачанный, то намного быстрее он ездит или нет? Я-то обязательно буду прокачивать эту машинку. Но, ребятушки, для этого нужно много денег. А как говорится, деньги хочется потратить на другие машинки. Давай, смотри. Все-таки он вниз едет, а, вонючка? Все-таки он поехал вниз. Вот это Monster Truck, да? Ну как? Я спрашиваю, как можно было Monster Truck сделать таким слабым? Да, уже разбивайся. Ничего у тебя не получится. А, давай поедем. Так, что у нас там по звездам? Сколько набрали? 26 тысяч? А, давай, пошли в город. Нет, где мой Monster Truck? Я не вижу его. Во! Подвеску можно бесплатно раскрутить. Давай раскрутим. Ну что ж, улучшили мы немножко подвеску. Посмотрели мы немножко рекламку. А вот они, звезды, и пошли у нас. Да. Ну, не знаю, доедем мы дальше или нет. Как бы у нас, если что, подвеска-то улучшена. Что это дает? Подвеска.
более плавное движение у машины будет, что ли? Ну, прыгает она, дай бог. Вообще, как будто это не монстр трак, а попрыгунчик какой-то. Какой-то попрыгунчик. Все. Да, но машинка очень тяжелая, смотри. А, нет! Я не проехал. А, типа разбился? В смысле я разбился? Может быть, просто утонул бы и написали бы, что утонул. Не, еще раз играем. А, ну поехали на такой. Че ж. Вот. Посмотрим, кто быстрее будет. Тут опять у нас будет чемоданчик. Ну, хотят они, чтобы я поиграл за вонючий чемоданчик. А, я разбился. Ёлки-палки. Ага. Давай поделаем повтор. Повтор играем. А, все так же самое. Старт. Все, поехали. Что-то я этот самый разошелся. Надо помедленнее ехать все-таки. Это же не гонки, это просто проезжаешь. Нужно доехать за этим чемоданом, чемодан забрать. А в чемодане могут быть деньги. А могут быть еще много чего интересного. Какие-нибудь новые гаджеты. Надо постараться, конечно, второго уровня взять. Что на втором уровне... интереснее. Да что ж ты будешь делать? Да что ж ты будешь делать? Опять разбились. А, далее. Так, где у нас там? А где мы играли? Гонка? На вот этом? Ну, поехали. Поехали на этом. Так, мы еще и звездочки будем получать. И этот самый ящичек возьмем. Ну, ладно. Главное мне здесь проехать нормально-таки. А я здесь не проеду. Слушай, у меня тачка, она не раскрученная. Никак. Медленная. Надо кучу денег потратить. Ну ладно, сейчас я, если еще я не смогу заехать, я, ну, улучшу ее, наверное. Хотя я хочу улучшать другую машинку свою. Основную. Зачем мне пока другие улучшать? Все, не могу я доехать. А смысла нету. И не было тут проезжать. Я же знаю. А, разбиваемся. Так, хердык. Хердык, да. А, что мне нужно? А, сейчас выбираем машинку. Город. А, нет, тут нету. Подожди, а где еще? Где эти чемоданы? Вот здесь только лес. На вот этой машинке едем. Ну, давай ее улучшим. Моторчик купим. А, сцепление. А, подвеску. Защиту. А мотор еще улучшим. Сцепление улучшим. Так, подожди. Мне нужно вот это еще улучшить до 103. А, у меня сейчас 103. А чтобы повысить детали, нужно 106. Поэтому мы сейчас улучшим сцепление с дорогой, давай. О! 105. Офигеть! Вот это я потратился. Ну ладно, поехали. Сейчас немножко подзаработаем денежек на вот этой тачке, на джипике. И машинку то еще немножко улучшим. Ёлки-палки. Ну смотри, она такая достаточно-таки быстрая машинка. Поэтому... Мне джипик нравился. Он у меня когда-то, когда был у меня аккаунт, он мне пролетел куда-то, не знаю. На нем я играл очень много. И получается, вот эта машинка моя самая любимая, но самая прокачанная у меня была из всех. Вот этот джип. О, а сейчас мне приходится заново все играть. Весь аккаунт. И эта машинка у меня, джипик, не сильно прокачанная, не максимально. Все-таки я хочу первую самую машинку прокачать. Обычную, да, классическую. А я играю почти что по все гонки. Которые... кубки вот эти все поднимать. Ладно, давай. Надо тебе какой-нибудь гаджет поставить. А у тебя, слушай, есть какой-нибудь гаджет на эту машинку у меня? Что-то я не помню. Опа. Хоть какой-нибудь, но гаджет нужен. На этот джип. Так, доедем мы или нет до второго сундука? Вот в чем вопрос. Ну, постараемся. Опа, тихо.
Аккуратно. Не переворачиваемся. Не... Давай, вниз. Опа, хорошо. Главное, башкой не стукнуться. Да что ж ты будешь делать? Все, едем. Не знаю, кто придумал эти бревна вообще. Зачем они там нужны? Опа, давай, 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 поднимаемся. Сколько? 100 метров. Ну доедем, что, 100 метров, это немного. До второго ящика посмотрим, что там во втором ящике есть. Интересного. Давай, 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 давай. Опа, есть, готово. Все, ящик второго уровня у нас готов. Немножко проедем, сколько мы сможем проехать. А, все, наверное, здесь мы, ребята, и остановимся, наверное. Да. Да ё-моё, ты чё не можешь встать на ноги? Ладно, переворачиваемся. И ломается наша тачка. Открываем ящик, смотрим, что там. Денежки. Ух ты, еще и подарок. Давайте посмотрим видео. Посмотрели рекламку, дали нам еще 3500 монет. А монеты это хорошо, потому что мне нужны монеты для улучшения тачки. Вот, например, вот смотри, вот гонка, да, есть. Путешествие на Луну. И мы сейчас улучшим машинку. Например, улучшим мотор. Да? Просто повысим мотор. И мы разблокировали один слот для деталей. Заходим в детали. И вуаля, смотри, есть место. А какое место мы... что мы сюда поставим? Давайте подумаем. Ах, у меня магнитика-то и нету. Вот мне бы магнитик пригодился бы. Но мы будем на Луне. На Луне. Что здесь на Луне есть? Ускоритель дым. А, силовый ускоритель при малом количестве топлива. Или увеличенное общее сцепление со специальным бонусом на заснеженных ледяных поверхностях. Вот такую штучку поставить. Ну, как бы она там мне нафиг не нужна. О, крылья, крылья. Давайте крылья поставим. Есть. А, и поехали. Крылья нам пригодятся. Потому что это же у нас получается... О, видишь? Летит. Получается же у нас протяжение маленькое. Да. Ох ты! В смысле? Я вообще... Почему-то я посмотрел не туда, куда надо. И разбился. Ну да ладно. Ну поехали в горах поиграем на такой машинке. С крыльями. Нет! Подожди, а что мне эту дали машину? Я не понял. Блин. Надо же выбирать было. Ладно, поехали. У этой машины есть гаджет или нет? Вопрос у меня. Почему вы меня на трассу вывели? Почему вы меня вывели на трассу без гаджетов, если гаджет есть? Вот я сейчас удивлюсь очень сильно, если будет гаджет. Да, не нужно мне сюда. Конечно. Гаджет есть. И он стоит у меня. А он мне нафиг не нужен здесь. Прыгалкает. Мы поставим сюда вот этот оснастить. Вот эту штучку. Да. Ладно, поехали на вот этой нашей тачке. Изменим внешний вид машины. Сделаем ее красную. И поставим сюда вот этого дядьку. Какой он будет такой одетый. А шапочка же у него есть? Ну, шапочку такого шахтера возьмем, поставим. Все, поехали. Сейчас проверим, как ты будешь летать. Вообще нужны эти крылья или нет? У меня их ни разу не было, по правде. Я даже не умею ими пользоваться. Этими крыльями. Какой они что, бонус дают, крылья эти? О! Да, бонус, я понял, какой бонус. Мы с этими крыльями разбились просто-напросто.